Привет, друзья! Ну что, начинается то, о чем вы нас очень долго просили, то, что мы со Стефаном обещали. Кто не знает, Стефан это, если кто-то еще не знает, профессор, он занимается именно спортивными направлениями и в физиологии, и в диетологии. Работал с Виктором Николаевичем Силуяновым и учился у него. Недавно Стефан получил медаль от бразильского министерства здравоохранения за выдающийся вклад в мировой спорт. 8 лет Стефан был главным тренером American Top Team, издал 6 книг, и можно говорить еще много, я сейчас все не вспомню. У меня тоже 3 книги уже изданы, ну вы меня знаете. Мы для вас подготовили первый большой курс, будет вообще всего 3 курса. Каждый курс будет длиться полгода. Стефан в основном будет рассказывать, сейчас он расскажет, что он будет рассказывать, основы физиологии, анатомии, связанные именно для тех, кто хочет грамотно развиваться. И самое главное, для тех, кто берет на себя смелость и ответственность учить и тренировать других людей. Это очень и очень большая ответственность, и самое главное, понимать, что ты делаешь для того, чтобы не навредить человеку. Как будет проходить обучение? Обучение будет проходить следующим образом. С 1 июня мы начинаем давать уроки. Наберем всего 20 студентов, 20 человек. Почему? Потому что мы хотим, чтобы было качественно, потому что в конце каждого полугодия люди будут сдавать нам экзамены в прямом эфире. 20 человек, которые станут студентами, будут получать 10-15 курсов, часовых лекций и иметь время на изучение их в течение полугода. Вы можете присылать свои вопросы в течение любого времени, мы со Стефаном будем отвечать. Раз в месяц мы будем собираться с закрытой группой и проводить онлайн-трансляции, где будем отвечать непосредственно на ваши вопросы. В конце каждого из 3 курсов вы будете получать сертификат от нас со Стефаном о том, что вы прошли определенный курс знаний и сдали успешно экзамен. Стефан, ты хочешь добавить что-нибудь? Да, конечно. Ребята, курс будет очень интересный. В конце, это первый 6 месяцев, получится сертификат уровень 1, после второй уровень 2 и уровень 3. Это дает вам опыт, который у нас несколько лет работаем, и мы будем все это давать для вас. Мы сделаем наш групп маленький, только 20 человек. Почему? Мы хотим, чтобы количество не было большое, но качество очень хорошее. Будем связаться, будем писать наши лекции уже. Мы уже начали писать все эти лекции. Вы будете получить все материалы вместе с слайдом, вместе с книгами, наш книг будет получить тоже на Word документ, будет читать. И, конечно, домашние задания сделаем, чтобы вы именно поняли. Не просто, есть много курсов онлайн, я уже 4 года работаю в Кайзер Университете, и мы смотрим, каждый день появится новый курс онлайн, люди просто хотят продавать. Вы будете наш специалист. Все опыт, который мы уже готовим, много лет чемпионом по всем видам спорта, будем дать вас. И с этим опытом мы будем как менять. И для каждого мы будем пытаться сделать более углубленный и специфический для вас. Тоже есть поиск статей, которые я могу выбрать и получить. Если тебе нравится групповые виды спорта, индивидуальный вид спорта, только фитнес, только бодибилдинг, мы будем каждый вопрос... Выборки будут. О чем Стефан не сказал, Кайзер Университет занимается непосредственно изучением всех последних мета-анализов, имеет доступ к настоящим исследованиям, не тем, которые вы находите в интернете бесплатным. Все настоящие исследования платные. И Стефан непосредственно занимается, видит все реально настоящие исследования, которые происходят. Все, весь тот большой колоссальный опыт, который накоплен не годами, а уже десятилетиями в подготовке. Стефан подготовил только 400 бойцов.
выиграли больше 75%. 75% выиграло. Это от 400. От 400 человек. Это большое очень количество. Это большой опыт. Да, у нас большой опыт работы с различными направлениями в плане повышения выносливости для бойцов, для футболистов, хоккеистов, волейбол, баскетбол, теннис, детские виды спорта. Мы ведем постоянно и детей. И вот этот весь колоссальный опыт, который накоплен и имеет огромное, большое такое энциклопедическое значение, мы будем стараться передавать вам простыми словами, укладываясь в не очень большое время. Самое главное понимать, что один месяц обучения таким курсом, таким знанием в Кайзер Университи стоит $2000. 2500. 2500 в месяц, 2500, да? В месяц. Да. Все, кто заинтересован и хочет узнать, как будет все это происходить, сколько это будет стоить, а стоить это будет гораздо дешевле, естественно, на порядке, пишите мне в личку, в контакт, и я со всеми с вами свяжусь. Не упустите свою возможность, потому что с 1 июня мы уже начинаем. И до конца года мы будем с вами работать в режиме онлайн. Вы будете получать материалы, видео и в печатном виде. И будете, естественно, делать домашнее задание. Регистрация начинается сейчас, поэтому и сделаю побыстрее, только 20 человек. После этого надо ждать следующий курс. 20 человек, поэтому начинаем и будем... Да, первый курс, он, естественно, первого уровня. Расскажи вкратце, потому что будет очень много вопросов, что будет и чем мы будем удивлять, обучать людей именно в первые полгода. Первые полгода начинаем от базы, что такое фитнес, что такое физическая культура, для чего мы должны это сделать, и потом, как это сделать правильно. Посмотрим, есть и паркью, несколько тестирований, которые я буду вас научить, которые вы могли сделать либо в клуб, либо в домашнем условии. И не очень специфично, не надо какие-то большие приборы, чтобы все это тестирование сделать, но очень важно, потому что когда вы начинаете тестировать людей, вы знаете, в каком состоянии они находятся, и могут доказать и посмотреть прогресс. Это самый главный. Я вижу это уже несколько лет с большими клубами. Они вообще не тестируют. Не интересуются. Не интересуются. И человек занимается целый год и вообще не смотрит результат. И нас мы будем показать результат не только тестирования, а выносливость, а силовые показатели. Над всеми пятью качествами, да, будем работать? Все качества. Скорость, сила. Гибкость, ловкость. Процент жира. У нас есть лекции, да. На все этот предмет. Тоже некоторый момент от психологического, как управлять, как научить людей, чтобы они достигли самый лучший результат. У нас большой опыт. Потому что если вы посмотрите сейчас в UFC, например, уровень очень похожий, все занимаются 10-15 лет, но кто выиграет, есть какие-то главные особы, которые могут достигать сами психически. И это мы будем тоже научить вас, как управлять. И даже для ученика, который школьник, да, высокий уровень. Это очень-очень-очень важно. И поэтому... Психология, анатомия, физиология, все будет. Потому что все зависит именно от нервной системы в первую очередь. Любое наше движение, желание, мотив и достигнем ли мы тех или иных результатов определяется именно уровнем подготовки и здоровья нервной системы, правильно? Друзья, и еще два очень важных момента. Мы со Стефаном создадим группу WhatsApp. У вас будут доступы к нашим телефонам, и эти 20 человек, 20 счастливчиков, 20 студентов будут иметь постоянную возможность общаться между собой и, естественно, задавать возникающие по ходу действия, по ходу обучения вопросы, на которые мы со Стефаном, естественно, будем сразу же отвечать. Как и сказали, раз в месяц будут проводиться онлайн общения. Тоже только в закрытом формате для тех, кто вступил в группу.
И еще очень и очень важный и интересный момент. Те ребята, которые будут проходить у нас обучение, успешно его закончат, сдав экзамены, будут иметь возможность рекламироваться. Мы со Стефаном будем продвигать их как тренеров в своих соцсетях, в Инстаграме, в YouTube. И со временем сделаем целый сайт. Так что, друзья, развивайтесь и получайте те знания, которые будут помогать вам развиваться самостоятельно и грамотно и безопасно обучать, тренировать других людей. Так что, друзья, не упускайте возможность, ждем ваши заявки. Не забывайте, что это ограничено, всего 20 человек будет у нас на курсе. Увидимся. Давай, счастливо.